Привет всем, ребята! Вот так вот мы и проводим свои дни коронные. Опять меня долонули 14 дней карантина, чтобы я дома сидел. Слава богу, вот такие у меня охранники есть. Из-за которых мне разрешили ездить в гараж. Реально, у нас все строго с этим. Узнали, что болеешь, короче, нахрен 14 дней дома и не выходишь, даже не закупаться, ничего нельзя. Короче, если есть, есть такая организация, если у тебя нет родственников, кто тебе закупится. Неважно, короче, ребята, вот, у меня есть вот такие вот охранники, да? Ой, давайте глазки протрем. Строго под охраной, так что я даже тут не боюсь в гараже один находиться. Ботаник отболел, уже на работе, а мне дальше тут ковыряться. Как бы, ну, радует, можно вон монстрика решили нашего быстренько перебрать, пока от безделия страдаем. Давай, иди на свой половичок. Опа-на! Ложись. Вот так. И там лежи. Решили, короче, быстренько его перебрать. После последней покатушки мы даже не заметили, что у нас. Где она есть? Опа-на! Граната даванула вон. Пустая вся. Да мы даже не заметили, не знаю, или это случилось в последнюю минуту где-то, непонятно, на сухом, что он не заметил, что она даванула, да? Короче, решили ее поменять. И воду он терял. Решили вот, короче, как водяную помпу вытащили. Да, протекает она, тут как снизу такой болт, этот, дырочка протекает. Раз мы ее уже вытащили, помпу, там и открывается сразу ремень ГРМ. Решили его тоже сразу поменяем. Сейчас я все выписал. Должно к концу недели, короче, прийти. Меняем помпу, ГРМ. Полуось уже я поставил сюда. Это еще было. Полуось я туда уже поставил. Еще одна осталась у нас. И хватит. Блин. Короче, будем менять заварку. Будем ее убирать. Сейчас пока так соберу. Потом там пацаны как раз тиранчика разбирают. И я надеюсь, что друзья мне дадут все-таки ЛСД, редуктор, ЛСДуху от тиранчика. И будем опять на ЛСДухе ездить. Мы раньше ездили на ЛСДухе. Нам это, естественно, показалось мало. Ну, как всегда. Всегда всего мало. Так же, как и денег. Есть деньги, их все равно мало. Короче, отказываемся опять от сварки. Ставим ЛСДуху. Пока я так соберу, чтобы можно было хотя бы по двору передвигаться, чтобы он тут не висел как говно. А потом Колян, пришли мне ЛСДуху свою, если моя тебе подойдет. Так что, пацаны, кому нужна теперь с нашей толпы заварочка на тиранчик назад, у меня есть лишняя. Рулевая разбитая. Тоже надо будет в запас с собой одну брать. Пацаны, короче, уже съездили немножко в оффроуд без нас. Парки открытые. Ну, открытые без ночевок, короче. Далеко, сдалека никто не приехал. Парки открытые, пока открытые. Ну, нам не на чем было ездить. Я был на карантине, мне нельзя было покидать. Не дай бог, мне бы засекли там большие деньги, штраф. Неважно, короче. Собакыч, иди сюда. Сэмми, иди сюда. Тебе нужна такая? Тебе? Кто-то там на улице шумит, да? Кто-то шумит, падла. Короче, пацаны покатались. Так как продюсера или оператора не было с ними. Это я. Снимать было некому. Пацаны ездили, наслаждались. Никто им такой, как я, камеры не мешали кататься, ездили от души, не на камеру. Правда, все равно машину сломали. Ну, не в этом дело. Вот эта резиночка тоже тут какая-то странная. Нужна ли она здесь? А? Надо ее или приклеить, или убрать. Эту странную резинку. Защитку. Короче, вот так вот и ковыряемся каждый день. В гараже. Сейчас как Джастину разрешили на работу идти. Ну как на работу? Он учится, практику делает.
Все, она мне нравится. Там мама родная, такие выработки. Я думаю, что это по оси пришло бы и раньше, капец, даже если бы не было заварки. Потому что шары просто-напросто не могли нормально кататься, там было много ржавчины, видимо. Потому что каждый раз, когда приезжаешь, надо разбирать и промывать, воду убирать. Я этого не делаю. И получается потом. Потом сижу тут и ною на камеру. Все сломалось. Короче, чьи трусы? А? Твои трусы? На. Подушка твоя будет. Короче, тут надо закрутить вот так вот. Большую гайку. Солидол, как я его люблю, а? Как я его люблю. Все пальцы в солидоле, как будто в говне. Это есть гуд. Угу. Теперь надо чем-то закручивать. Кстати, вот не хотел я материться, но этот гандон, мой электрик, никак не приедет мне. Нормально свет не сделал. Одну лампочку он там сделал, козел, и там одну. И Вася. А сюда я купил здоровенную вот такой вот плафон. И он мне его не повешает. Чую, придется самому делать, а? Не хотел я это, придется. И вот так вот без света сижу, ковыряюсь. Раз, два, раз, два. Что-то тут все болтается. Короче, какой-то беспредел. Вот это. Пользуюсь случаем, ребята. Передаю привет маме. Она говорит, она у меня тоже уже коронованная, мама. Так что, это, говорит, в семье, говорит, нормально. Семейная. Ой-ой-ой. Вот когда вот ключей нет нормальных, отверткой закручиваешь гайку. Беспредел. Ребята, кто-нибудь подарите мне ключи, да? Нормальные ключи. Такие вот специально для патрола. Опа. Что там? Что там, Собакыч? Там соседи? У нас соседи есть. Вот они там и шумят. Вот так я и знал. Вот видите, какие охранники. Тут хрен кто пройдет. Порвут, как тузик гриб. Давай, следующий пошел. На выход. Давай, помогай. Иди. Вот. Во, молодцы. И вот так мне не скучно. Муха пролетает. И они мне панику создают, да? Две безмозглые. Эй! Я пошутил, бандитов нету. Вернись. Все, ты уже их не успокоишь. Пока кого-то не найдут, не порвут. Не вернуться. Ай-яй-яй. Собакыч, ты же должна вообще. Ты же на мышей должна специализирована быть. Не на бандитов. Понимаешь? Собакыч. Цель. Кстати, эту мелку как раз зовут Лети, да? Лети, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди к батьке. А как, почему тебя так назвали? Лети. Хотя вот как раз Форсаж посмотрел. Вот там тёлка одна была, ее звали Лети. Назвали мы тебя Лети, как тёлку в Форсаже. Ты же тёлка. Да. Тёлка, чё ты так смотришь? Давай, ложись. Всё.
Ложись. Вот так, ложись. Вот молодец. Здорово. Вот такая маленькая, дурная, ну слушается, да? Молодец. Молодец. Солидол будешь? Солидол. Смотри, вот тут на отвертке солидол. Нет, невкусный. А пельмени кончились. Пельмени я съел. Колеса на тиранке еще не продали, лежат. Блин. Какая тут дырка, блин, в полу образовалась. Это что-то новое вообще. Ах. Кстати, подъемничек, да, подъемничек. Ну, я потом сделаю обзор на подъемнички, на мои. Надо сперва испытать, потом делать обзор. Как бы, ну, идиотом надо быть, еще не зная, что ты рекламируешь, или что ты, чему ты делаешь обзор, и делать обзор. Я прав? А на улице снег валит. В апреле снег, это вообще дурдом. Дурдом. Сейчас детство придет через полчаса, через час. Скажет, что сделали? Ни хрена мы не сделали. С тобой вот нянчились и все. Что с Элли? Бандиты есть? Сейчас я ее подстрикну. Нет, пизду. Да. Так, где еще одна отвертка? Пора работать. Пора работать. Пора. Пора закрыть. Нихрена. Не работается нифига. Так, ну что я тут как встал немножко поснимать. Вон одни колеса валяются. Кстати, наша лебедочка там валяется. На дом на колесах, который я покупал. Все еще валяется. Некому ее поставить. Наши диски. Кстати, 12 штук у меня таких вот дисков. Огонь. Наша печечка. Вот тут. Дом на колесах, за ней вот так вот стоит. Что, снег уже перестал идти? А? Пойдем глянем. Вот колесище, темнотища. Ужасно. Сейчас, как раз, вроде бы снег перестал идти, идет дождь. Вон, твингача мне выдали сегодня. На патруле. Джастин уехал. Да, дождь идет. Снег вон там, он немножечко видно. Снег там лежит, но уже он, в принципе, падает и тает. На моей шапке будешь полежать? Охраняй ее. Ложись на нее и охраняй. На нее ложись. Ложись на шапку. Ложись. На шапку ложись. Охраняй шапку. Так, ну что, в принципе, почти собрал. Кстати, вот как у нас тут всякие вот такие вот гирета валяются. Ребята, кто в Германии живет, я в eBay покупал, китайский. Что-то 25 или 35 евреев, написано замена для Макиты. Короче, это не Макита, выглядит один в один, 100%. Я у пацанов такая же есть, я с пацанами сравнивал. Выглядит один в один, как Макита, но это не Макита. Силы меньше, чем на Маките, да, мы проверяли, гайки, короче, закручивали, откручивали, силы меньше на Маките. Но уже она у нас месяца, наверное, 4, наверное, точно. И вот прям реально, как. И, кстати, батарейка тоже, как. Китайская также себе 5 ампер или что-то такое, 18 вольт, тоже китайская, купили мы ее недавно, не знаю, ну может месяц, наверное, тоже пользуемся, в принципе, да, довольны. Все китайское, короче, гайки откручивает на доброе утро, как с добрым утром, короче, откручивает, и что говорю, держит, 25 или 35 евреев, короче, да. Может быть, там на Авито кто-то там где-то написан, может, в России или где увидите такую. Короче, ребята, только советую, короче, да. Вот прям четко можно колеса откручивать, закручивать. И так вот по мелочи. Не надо сюда шланг тянуть. Это у нас, как я ее называю, окушка. Это оригинальная макитовская, да. Батарейка, конечно, тоже не оригинальная. Ему уже, наверное, лет 7, наверное, 8. Тоже работает, но это оригинально макитовская, и стоило, как бы не соврать, 170,
270 или 220 евреев. Может за 35, если на полгода выдержит, нахрен выкину, еще одну куплю. За 35 евреев это не деньги. Оба-на. Так, чуешься? Подшипник подтянули. Оба-на. Сзади резиночки вставили. Надо теперь подтянуть. Нет, не так. Вот так вот. Хобана. Кстати, чё я мучаюсь-то, а? У нас же вот так вот. Хоба. Хоба. Так, головку потерял на ходу. На ходу головку потеряли. Раз только. Раз только. Вова. Все здорово. И вот так мы и работаем. Раз. Два. Тянем. Трис. Так. Этот подтянутый. Разворачиваем. Да. Так. Оба-на. Надо прям нормально подтягивать. Сель, ты что там Дегу мучаешь, а, Сель? А, Сель, Дегу мучаешь? Что, он тебе должен что-то, да? Он что-то ей должен. Мучает Дегу. Сожри его. Опять на улице снег пошел, заколебало. То снег, то град, то дождь, блядь, а? Так, с этим разобрались. Так, еще раз проверим подшипник, не болтается ли. Вроде не болтается, но нормальные люди-то это как делают. Нормальные люди это делают со специальным ключом, подтягивают. А у нас тут все ненормально, ребята. Так. Все проверим. Болтологии нет. Болтологии нет. Рулевую уже можно засовывать. Может ее смазать лучше, да? Братан. Наверное, зря это сделал. Мамка опять там Дегу мучает. Иди тоже помоги. Порви его, как тузик грелку. Да? А, короче, как свинья. Сижу тут. Так. Хобана. Так, где у нас-то? Молоточек. Хоба. Захуйначили. Гаечку чпок. Вот сюда. Раз, два. Что это было у нас? Кажется, 19. Ну-ка. Хрен там, 22. 22. Да. И вот ее. Раз, одел.
И понеслась. Что-то есть нехорошо. И готово, а, братва? Боишься? Так, ребята, после покатушек уже прошло несколько месяцев. Решили мы, короче, колесо разбортовать, потому что мы знали, что в нем должно быть вода. Еще в каком-то есть, но не столько много. Посмотрите, ребята, сколько там, сколько воды. Полно, полно. Ну просто на килограмм 50 стало тяжелее. Есть подозрение, что она, как у нас спереди стояла, но она стояла 100% спереди. Вот только не знаю, теперь слева или справа. Мы в тот день разували обои, и левое, и правое, и заднее, и все подряд. А вот именно одно из передних сильно набрало грязь. Не хотел я это снимать, как я это разувал, потому что наша машинка, естественно, не берет такую ширину колеса. Раздевал я первый раз в своей жизни монтировочками. Вот монтировки. И отвертка пошла в ход. Но получилось. Они экстремально жесткие. Жесткая резина вообще ужасно. Очень жесткая. Ну, на первый раз я доволен. В принципе, более-менее четко снял. Как я его от диска отдавливал, я поставил хайджек. Упер сверху в стенку. Ну, там, как такой язычок был. Упер. И хайджеком, короче, снял, сдавил его. И потом две монтировочки и отвертка снял. В принципе, мучился недолго. Можно было, в принципе, и снять этот позор. Как я это делал в своей жизни первый раз. В мои 40 с копейками. Но, как бы так. Мерс еще стоит под разборку. Или на продажу, не знаю.